одну песенку, а вот есть такая прямо... Ты без нее сыграешь эту песню, споешь? Может так? Подожди, подожди. Нет, я так уже не могу. В общем, концерт идет туда пошел. Кто здесь? В общем, мы хотели сегодня спеть не свою песню, а песню нашего друга Максима Леонидова. Потому что он является крестным нашего коллектива, ну как он в свое время нас благословил. Никуда не сходил. Почему ты так сказал? А как ты не делал? Прости, Александр. Он, собственно, так и сказал. Короче, мы в своем песне. В общем, возможно, мы последний год поспим песни Макса Леонидова, но мы хотим хотя бы здесь остаться. Давайте еще раз. Давай. Ты спустилась, как уставший осенний лист, прямо на карниз утром рано. Ты сказала, оттолкнись и летим со мной, я тебе жену в небе стану. Из полей тянет холодом, без тебя мне летать не суждено. Проплывая над городом, не забудь постучать в мое окно. Мы летали над осенним ковром земли, там внизу в пыли были крыши, освещали белокрылые журавли и с собой несли. Постучать в мое окно. Не забудь постучать в мое окно.